Однажды один путник заблудился на просторах снежной мглы. Где-то далеко дома его ждала любящая жена и дети. Он мечтал вернуться в их объятия, однако все никак не мог вырваться из холодного плена. Помогите, пожалуйста. Вы меня слышите? Помогите, пожалуйста. Стоит моя хижина. Я могу тебе помочь, но и ты должен будешь совершить деяние. Что? Я согласна пустить тебя в дом, поделиться своим кровом, но в ответ ты выполнишь мою просьбу. Наконец-то путник был спасен. Но оказавшись в тепле, он и не предполагал, перед каким странным выбором ему суждено оказаться. Теперь я прошу тебя приступить к исполнению. Сейчас. Выбери одно дело из трех. Первое – разделить со мной ложе. Второе – выпить со мной вина. Третье – заколоть скотину на ужин. Кто ты? Делай свой выбор. Разделить с тобой постель я никак не могу. Просто... Вино тоже нет. Я не пьющий. Что там осталось? Посмотрев в глаза козочки, путник осознал – убийство живого существа ему не по плечу, рука не поднялась.
Простите, не могу. Думал, что смогу, но нет. Пожалуй, я все-таки выпью вина. Спасибо большое, что пустили меня в дом. Измена жене и убийство козы оказались для путника невыполнимой задачей. И он сделал выбор в пользу вина, как наименьшего зла. Во всяком случае, ему так показалось. Ты согрелся? А? Да, все хорошо. Прекрасно. Я иду спать. Понял. Доброй ночи. Выбрав из трех предложенных вариантов вино, путник просто не хотел становиться предателем или убийцей. Однако, опустошив бутылку, он стал и тем, и другим. Ходит легенда, что однажды Владимир Семенович Высоцкий услышал эту притчу от тибетского монаха, после чего он бросил употребление алкоголя на длительный срок, начав свое знаменитое трезвое лето. За это время Высоцкий создал множество замечательных произведений и снялся в своих лучших кинокартинах. Одна маленькая незатейливая притча подтолкнула великого русского артиста к его бессмертному наследию.